Сделана в Корее. А еще она мужская. Специальная маска защитного цвета обеспечивает мощное увлажнение и питание. Пахнет очень приятно. Олд Спайсом, только не сильно так, а слегка. Ждем 15-20 минут. На лицо села хорошо. Отличненько. Пора снимать. Так. Проверка на прочность. Маска очень жирная. Кто любит спать лицом в подушку, эта маска на ночь не подойдет. А на утро будет слишком липкая. Прям очень липкая. Прям, мне кажется, вот все, я прилипаю. Попробую перекрыть это все сывороткой и кремом и спать.